друзья, конечно, вы догадались, где мы сейчас находимся. Это, конечно, на рынке Садовод. Итак, дорогие мои друзья, сегодня мы снова будем ходить с вами по рядам, заснимать. И если кому это интересно, пошлите вместе с нами. Я подошла СТ-6-49. Вот у меня кто... Девчонки спрашивали платья военные, вот. Сколько у тебя вот это платье военное? 600 или 650? 650. 650, да, вот, друзья, смотрите. Вот эти платьюшки, они разных расцветок, девчонки. В зеленом цвете, кто видел у меня эти платья, спрашивает. Ну, тут есть в светлых тонах, в серых тонах. СТ-6-49. Также появились блузочки. Посмотрите, какие. 500 рублей блузочки, да? А эти какие? Так, вот такие 500 рублей блузочки, смотрите. Разные серые, молочные, голубом цвете и в пудре. Видите, кофточки 500 рублей. Кстати, качество очень такое хбшечка. Также по 500 рублей. Видите, какие расцветки? Вон, ой, вот эти красивые. 500 рублей кофточки. Сейчас. 500 рублей кофточки. Эти тоже 500? Нет, это 400 рублей. 400 рублей кофточки. Видите? Так, здесь 500 рублей. Такие вот они на бантики завязываются, укороченные. 500 рублей. Тоже разные расцветочки, однотонкие. Также по 450. Тоже разные расцветочки. ХБшечки. Так, 450 тоже. И пудра, и зеленый, и синий. Посмотрите. По 450 вот такие моделечки. Свободнее или приталь? Черные, пудра, бирюза. А вот эти сколько? 500 рублей. 500 рублей. Тоже и в сером, и в пудре. Эти 650. Такие немножко удлиненные, видите? Тоже разные расцветочки. Рубашки. А рубашки в какую цену? 650 рублей рубашки. Тоже разные расцветочки. Шоколадные. Хаки. Кофты 650 рублей. Удлиненные. Разные расцветки. А эти сколько? 650. Это как боха. Такой вот они. Стиль боха. Похоже чем-то. По-моему, как лен тоненький такой. Большие даже размеры, 4XL есть. Тоже разные расцветки. Кофточки, видите? С вставками. Синенькие тоже 650. Рубашечки 650. 650. 650. Тоже разные расцветочки. Да? Подвинь мне их, покажи, я подальше посмотрю. Немножко покажи мне. Во, в белом цвете, в зеленом. Разные расцветочки. Да, спасибо. А эти кофточки сколько? Сколько вот эти кофточки? 450. 450, 400. О, а рубашечки вот эти вверху? По 500. По 500 рублей. Тоже разные расцветочки. Да? Да, да, да. Разные, смотрите. Ну, такие хбшечки легкие. По 450 рублей. Вот это белый по 500. А белая 500 рублей. Она одна такой только расцветки? Нет, синие есть. Другие расцветки тоже. Разные расцветки по 500 рублей тоже рубашечки. Разные. Так что вот, приходите, и мужчины вас оденут. Есть вообще вот по 250 рублей. Мужчины вас оденут. А мужской, мужчины мужской вас... тоже покажи, мужской. Девушка. Так, ну что, дорогие мои, давайте перейдем теперь на мужские. Вот, да, этот же ряд, только справа. СТ-6-49. Футболки, смотрите, разные мужские. По 150 рублей, по 250 рублей. Футболки. Давай, вставай, работай. Рассказывай моим подписчикам. Каждой футболки 5 расцветок. Каждой футболки 5 расцветок. Рубашки по 350 рублей.
Кстати, хэбэшечки такие. Да. Стретч есть, не стретч еще. Стретч есть. Рассказывай громче только. Стретч, не стретч тоже есть модель. По 350 рублей каждая расцветка. Если я опоздаю. Продавца? Да, продавцы тоже снимают, чтобы да. Знали. 250 рублей батнички. Посмотрите, тоже разные-разные расцветки мужские. Мужчины очень много спрашивают тоже у меня. Вот, смотрите, молодые, всякие разные. Тоже хэбэшечки. По 150 рублей футболки. Вот верхний еще. Верхний Nike, по 150 Puma, Adidas, рублей. Да, Puma, все. Adidas по 150 рублей. И здесь под 150. Nike, Apple, все есть. Да. Джемпера. 500 рублей. 500 рублей. 400. 400. 350 уже. 350. Да, легкий, более полегче. Смотрите. По 350 рублей. 350 рублей. Ну что, мои дорогие, заходите на ST6-49. Да, да, да. Я подошла сейчас к ST6-46. Тоже, кстати, очень много интересных футболок уже появились. Лосины по 250 рублей. Посмотрите. Лосины 250 рублей. Размеры разные. Расцветки разные. Также очень много разных футболок по 150 рублей. Футболки по 150 рублей. От 42 до 50 размера. Разные расцветки, разные модельки. По 150 рублей. По 150, 150. Более длинный рукав по 250. По 250 летние. Уже появились много разных новиночек. Платья, посмотрите, какие. Но это эти такие платья, в принципе, нужно, как сказать вам, на любителя. Но мне очень нравятся такие. Это уже кому как. С ангелочками такие красивые. А какие размеры и какая цена их? 1300, вот, три размера Турции. Турция 1300, три размера, очень красивые. Конечно, немногие эти могут понять, могут сказать колхоз, не колхоз, но мне нравится колхоз такой. Это не скажет, что да. Она... Нет, ну есть люди, есть, есть. Но мне вот эти вот модели, вот я прямо на них сразу обратила внимание. А вот эти платьюшки, вот, расскажите, вот эти, сколько у вас платьюшки вот эти? Тоже 1300. Турция 1300. А вот черная вот эта с бантиком, с такими вот интересными. Все по 1300, девушка. А можно вот так вот показать расцветку и это? Так, вот многие спрашивают тоже платьюшки у меня. 1300. Посмотрите, какие оригинальные. Чьи они, Турция? Да. Девчонки, смотрите, вот кто спрашивал платье. Посмотрите, какие они необычные. 1300 турецкие платья. Так что и вон какие-то у вас там моделечки. Нет? А, одно. Блузочки. А сколько блузочки вот эти у вас? 600 рублей. Блузки черные, черно с белым. До 50 размера турецкие. Так, а костюмчик этот сколько? Полторы. Полторы тысячи костюмчик. Так, а вот эти блузочки сколько? 650. Турецкие 650 рублей. И баталы, и обычные по 650 рублей блузочки турецкие. А вот эти рубашечки, смотрите, тоже 650 рублей. Легкие такие, воздушные прям. Берешь в руки прям легкие. Хлопок. А вот эти футболки? 550. 550 рублей. Тоже разные расцветки. Разверни. Красные, белые, пудра. Очень интересные тоже. Так что приходите на ST6-46. И вас обязательно оденут, и вы уйдете сюда. Красотульки!